Як вже повідомлялося, в минулих випусках програми «Місто каналу Жовті води» у четвер, 4 квітня до Жовтих вод завітала делегація польських освітян, які впродовж 3 днів відвідували шкільні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади Жовтих вод. На численні прохання глядачів телекомпанії «Жовті води» та інтернет-користувачів пропонуємо вашій увазі ще один фрагмент цього візиту – зустріч з жовтоводськими освітянами у ліцеї, на яку було запрошено нашу знімальну групу минулого тижня. Первое, над чем мы работаем во время учебного года, это День учителя, который происходит в нашей стране 14 октября. Школьные актеры очень сильно влияют на жизнь нашего лицея и жизнь нашего города, и в этой жизни принимают участие. В чем помогают наши театральные занятия? Ученики становятся смелыми, откровенными, уверенными в себя, в свои возможности. Тоже умеют бороться с волнением. Как мы работаем? Мы встречаемся раз в неделю, по понедельникам, чаще всего в школьном зрительном зале. Там у нас сцена и большое пространство. Перед выступлением занятия у нас намного чаще. У нас есть театральный склад, в нем наши наряды, театральная одежда и реквизиты. Это место наших артистических встреч. Ученики наименовали себя кружком чувствительных людей, которые не пройдут равнодушно мимо слова. И это самое хорошее определение для наших артистов. Что мы ставим, какой у нас репертуар? Идея наших занятий – это лозунг «Покажите мне смысл, а я сделаю каждую глупость». Итак, мы готовим пьесы о числах, о СПИД, о нашей школьной американской системе обучения, о здании нашей школы. Пьесу польско-немецкую, пьесы на основании классики литературы, сказки тоже. Наши пьесы бывают нейтральные, ностальгические, очень веселые, но время от времени тоже контроверсионные. Где выступают ученики? Молодежь выступает на разных городских мероприятиях, на сцене Гожовского театра, в филармонии, в воеводской библиотеке, можно сказать, везде там, где находится какая-нибудь сцена. Мы тоже представляем наш город во время дней Лубуского воеводства в Зеленой Горе. Наши ученики выступают на красноречивых и ораторских конкурсах, принимают участие в конкурсах художественного чтения, выигрывают театральные конкурсы тоже. Что еще, кроме школьного театра? Один раз в год мы готовим гуманистическую сессию. По такому случаю у нас встречи с творчеством данного поэта или писателя. Это польские артисты прежде всего. Второй год мы устраиваем тоже складовские встречи с литературой. Это тематические встречи, во время которых ученики, учителя и наши гости читают разные произведения. В нашу артистическую деятельность включены тоже учителя. Каждый год по случаю Международного детского дня для наших школьников мы готовим какую-то сказку. Учителя до сих пор выступали уже в «Красной шапочке», «Спящей королеве». В июне этого года мы приготовим «Золушку». В театральную деятельность принимают участие тоже наши выпускники. Например, студентка вокально-актерского факультета и студент режиссуры постановки звука, они учатся в Познании. Они готовят и ведут занятия театральные для наших учеников и помогают приготовить наши пьесы, если у них, конечно, есть время. Это можно сказать уже все. Я благодарю вас. Нам очень мило познакомиться с вами, говорить для вас. Час нам визначений, я буду говорить грубо. Время у нас течет, у нас нет времени, не просто будем говорить быстро. Шановні Państwo, ліцеум, який керує, то есть ліцеум имени Федора Шимчицкого в Międzyrzeczu, Федор Шимчицкий был założycielem Университета имени Адама Мицкевича. Это наша школа. To jest nasza szkoła, szkoła, która ma 68 lat. Jej 68 lat. Przygotowujemy się do kolejnej rocznicy 70. My gotowimy się do godowścinie 70 lat. Na którą zjeżdżają nasi absolwenci z całego świata. Przyjeżdżają nasze wypustniki z całego świata. Przyszło mi kierować tą wspaniałą szkołą. Ja dyrektor, to jest piękna szkoła. W ciekawych czasach.
директор во время интересных времен. Zmienia się system. I zmieniająca systema polityczny, ale także zmienia się system oświatowy. I systema naszego obrazowania. Każda z naszych szkół musi znaleźć swoje miejsce w tym systemie. Każdej z naszych szkół nada znaleźć swoje miejsce. Jednak specyfika tej szkoły polega na tym, osobliwość naszej szkoły, że jest to szkoła w średnim mieście. To, że my znajdujemy się w średnim takim mieście, nie malinki, nie большой. Dlatego nasza szkoła jest mniejszą szkołą niż szkoła kolegium. Dlatego nasza szkoła pomniejsza niż szkoła naszego druga. Do niego z całego województwa idą najlepsi. I w jego szkołę jedą, przychodzą wszyscy самые лучшие ученики. К нам приходят все обыкновенные. Поэтому его школа получше, чем наша. To oczywiście był żart. Это шутка. В нашем городе тоже есть прекрасные ученики, хорошие ученики. Szanowni Państwo, rola dyrektora w Polsce jest, też się zmieniła. Rola dyrektora zmieniła się w nasze время. To nie jest tak, że wszystko spada nam z nieba. To nie tylko nie spada z nieba, tylko nam nada to wszystko wyrobić. Wiele wysiłku nas kosztuje to, żeby w samorządzie zdobyć pieniądze na chociażby remonty. Nada nam mnogo zrobić, żeby pojawiły się pieniądze, żeby nasza szkoła po prostu żyła każdy dzień. Jestem w takiej dziwnej sytuacji. Moja sytuacja taka nieobyknowiona. Jako przewodniczący Rady Miasta Międzyrzecza. Jak przedstawiciel Gradzkiego Sowieta. Mam wpływ na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wpływają na... na pieniądze, które my rozdzielamy po różnym szkołom. W naczelnej szkole i w gimnazji. Niestety nie ma wpływu na pieniądze w mojej szkole. On nie wpływa na pieniądze, które otrzymaliby my, nasza szkoła. Nie takich możliwości. Ale i tak się udało. I tak nam powiedzło. Ten piękny budynek został wyremontowany To prekrasne zdanie naszej szkoły. Za 7 milionów złotych. Była odrestaurowana za 7 milionów. Około 14 tysięcy milionów grzywien. Około 14 tysięcy grzywien. To byli miliona. To byli dzięki z Unii. Z Eurosojuzu. I pieniędzy Polski. I pieniędzy Polski. Jak kształcimy? No kształcimy po polsku, nie po amerykańsku, jak u kolegi. My obowiązujemy naszych uczniów po polsku, nie po amerykańsku. Ale nasz system też jest zmodyfikowany. No w naszym systemie też przemiany różne. Przyjmujemy 4 oddziały co roku. U nas 4 oddziały w każdym roku. 2 matematyczno-przyrodnicze. 2 oddziały matematyczno-przyrodnie. I 2 humanistyczne. I 2 humanistyczne. Naukę języków obcych. Uczoba inostranym językom. Realizujemy w grupach międzyoddziałowych. Realizuje się w takich międzyklasnych oddziałach. Znaczy, i z różnych pierwszych klasów, różnych uczniki, te, które chcą izuczać dane. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania. My przyjmujemy w uwagę urodzeń i wznanie. Uczymy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Tu jest właśnie nauczyciel. W naszej szkole my uczymy naszych uczniów ruskiemu, angielskiemu. Niemieckiemu, a potem ruskiemu języka. Młodzież wybiera 2 języki. Młodzież wybiera 2 inostranne języki. Szanowni Państwo, kilka uwag na temat matury, bo tutaj dużo powiedział pan kurator przed chwilą kolega. U nas jest tak, jak zdasz maturę, taką masz otwartą drogę na studia. Jaki będzie u ciebie atestat taki będzie wóz. Nie ma egzaminu wstępu. Nie wstupitelnych egzaminów w WUS. Ten egzamin zdajesz tu, równy w całej Polsce. W całej Polsce egzamin jednakowy. Jak ty go zdasz,
такую выберешь путь, такой выберешь вуз, да? И как ці наші абсолвенти здаю? Отож, здаю дуже мало. Як здають наші вчителі? Мам здавали в школі немалже 100%. Кожен рік у нас всі здають майже 100% від цього екзамену. 99-100%. 99-100%. Зараз, які вибирають керунки студіїв? Які вибирають вузи? Понеж, немає спевна 90% континує науки на учениях państwowych вищих. У нас они выбирают студия, за которые не надо платить, значит, публичные у нас. И это около 87% это те вузы, которые не нельзя платить, не надо платить. И то са учения гуманистичные. Это гуманистические вузы. Технические. Экономические. Учения природничие. Природные. Медичные, артистичные. Медицинские и артистические. Из 49 тысяч проживающих в городе Желтые Воды, у нас 2010 человек это дошкольников. Маленьких, самых маленьких деток, которые ходят в садики. 3731 – это учащиеся общеобразовательных школ. 316 студентов педагогического училища, 280 студентов промышленного техникума и 786 студентов института, который вы сегодня увидите, это институт стратегии. Ну, будем так говорить, что у нас очень такая разнообразная мережа, как мы говорим, учебных заведений. Существует в нашем городе 13 дошкольных учреждений. Ну, во-первых, охват дошкольным образованием детей до 5 лет до 96%. А дети 5-летнего возраста 100% посещают детские садики. Я хочу сказать, что это один из самых больших показателей охвата дошкольным образованием по Днепропетровской области и по Украине. Ну, а значит, можно сделать вывод, что наши дошкольные учреждения действительно дают очень качественные образовательные услуги, и родители с удовольствием своих малышей вводят в детские садики. Ну, что интересно еще у нас в дошкольных учебных учреждениях, это то, что создано 18 специальных групп на 260 человек. Какие это группы? Это 9 логопедических групп для детей с нарушением речи. Дальше 4 группы для детей с нарушением психологического развития. 2 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 2 группы для детей с нарушением зрения. Одна группа для детей с нарушением интеллекта, 9 санаторных групп для комплексной реабилитации здоровья детей. В 26 компенсирующих группах проходит комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий. И 405 детей охвачены этими услугами. Это 45% детей от общего количества детей дошкольных учреждений. Значит, в полном объеме осуществляются и льготные, и социальные гарантии для детей льготных разных категорий. Ну, еще я хочу сказать, что вот наши родители, когда они водят деток в садик и платят за посещение детского сада, я думаю, польские коллеги потом с нами поделятся, как у них это все проходит. Наши родители платят за посещение детского сада всего-навсего 50% от общей суммы. А 50% платятся деньги из местного бюджета. Значит, теперь я хочу перейти к средним общеобразовательным заведениям. У нас два учреждения нового типа. Это лицей, естественно, научного обучения, в котором мы сейчас находимся, который нас гостеприимно сейчас встречает. Дальше. У нас гуманитарная гимназия имени Лесі Українки с углубленным изучением иностранных языков. 5 средних общеобразовательных школ. Но заметьте, все школы с профильным обучением. И я хочу сказать, что у нас полностью все школы 100% профильного обучения имеют в разных направлениях.
Дальше у нас три учебно-воспитательных комплекса. Один комплекс – это название «Родина», который представляет собой школу-сад. Дальше второй комплекс – это «Перспектива», школа и внешкольное учреждение. И также у нас еще один комплекс – это «Дивосвіт». Это школа с санаторными группами и классами и эколого-натуралистическим центром. Также у нас есть специальная школа. Она интересна тем, что она дает образовательные услуги для детей, у которых есть какие-то отклонения в психическом, физическом состоянии и так далее. Очень хорошо работает наша школа. И буквально вот со 2 апреля мы открыли на базе этой школы студию «Нарк» для тех деток, которые посещали эту школу, которые вообще не посещали никаких учебных учреждений. Эта студия поможет детям с 10 до 25 лет, это уже, конечно, будут девушки и юноши, поможет этим детям адаптироваться в социуме, поможет или даст возможность общаться между собой, чтобы они не были в замкнутом пространстве только в своей семье. То есть вот сам руководитель специальной школы Лукашова Наталья Юрьевна и ее коллектив вот сделали такой полезный для города проект. Ну и также я хочу сказать, что у нас в городе тоже с 1 сентября действует городская медико-психолого-педагогическая комиссия. Каковы цели этой комиссии? Это прежде всего раннее выявление каких-то недостатков, как я уже говорила, психологических и физиологических у детей. Дальше это консультации родителей, это консультации и рекомендации, что необходимо делать с ребенком. То есть это тоже очень нужное и полезное заведение, которое есть в нашем городе. Значит, что я хочу еще сказать, что особое внимание в системе образования нашего города уделяется защите детей льготных категорий. Это детям-сиротам, лишенным родительских прав, детям с малоимущих и многодетных семей и детям-инвалидов. Какие льготы даются этим детям? Ну, это прежде всего 100% бесплатное питание. Дальше, возможность бесплатного оздоровления. То есть дети получают бесплатные путевки в лагеря как в самом городе, и так выезжают за город на море тоже для оздоровления. Дальше, также одна из льгот есть то, что выдается школьная, бесплатно школьная и спортивная форма для таких детей. И также еще одна из список льгот, это что по достижению 18-летнего возраста единоразовая помощь в размере, каждый ребенок получает единоразовую помощь в размере 1810 гривен. Ну, будем так говорить, что много это или мало, судите каждому отдельно, это смотря у кого какие финансовые возможности, но когда ребенок получает такую единоразовую помощь, ему есть хотя бы на первое время как-то обустроить свою жизнь. Значит, ну, естественно, все учебные заведения подчиняются или есть под контролем городского отдела образования. Ну, в городском отделе образования я тоже расскажу потом структуру, не буду сейчас зацикливаться на этом, но хочу тоже отметить следующее, что в городском отделе образования есть методический кабинет. Мои польские коллеги уже знакомы со Светланой Станиславной Каневец, это заведующая методическим кабинетом, она руководит им и руководит и координирует методическую работу во всем нашем городе. Так вот я хочу сказать, что наш методический кабинет уже несколько лет подряд занимает первые, вторые места на уровне области. То есть вот то, что мы хотим сегодня вам показать, дидактику, методы, вот как мы работаем с детьми, как мы доходим до определенных высоких результатов. Это немаловажно, это методическая работа как методического кабинета, ну и, конечно же, методическая работа в каждом учебном заведении. Ну и также я бы хотела сказать, не могу не остановиться на том, что мы
как город, город Желтые Воды, мы есть и существуем в составе Днепропетровской области. И я хочу сказать, что Днепропетровская область за последние два года сделала очень большой прорыв как в экономике, так и в образовании. И поэтому наша Днепропетровская область считается регионом-лидером среди всех областей нашей Украины. Я хочу сказать, что по вертикали власти, начиная с президента нашей страны, губернатора, руководства нашего города, очень много внимания уделяется именно вопросам образования. И действительно, положение таково, что для того, чтобы была развита страна, для того, чтобы она экономически развивалась и люди жили хорошо, для этого необходимо очень качественное образование. Как мы научим наших детей, как мы их адаптируем до жизни, такую, будем говорить, экономику и благосостояние мы с вами получим. И я хочу сказать, что в Днепропетровской области реализуется проект «Новая Днепропетровщина, новый стандарт образования». Конечно же, мы входим тоже в этот проект, и мы тоже реализуем все направления этого проекта. Я хочу перечислить вам некоторые эти проекты. Это прежде всего в городе Днепропетровске, это областной наш город, открылся образовательный центр, где стоит очень мощный сервер. Все учебные заведения, как нашего города, так и всех остальных городов Днепропетровской области, имеют свои сайты, и они все подключены к этому серверу. То есть это облегчает руководство, контроль и управленческую деятельность. То есть любой специалист департамента образования Днепропетровска может зайти на любой сайт, как школы, так и детского садика, посмотреть полностью всю информацию. Информацию, начиная от статистики, от статистических данных, то есть сколько детей, сколько учителей, какие квалификации у учителей. Также у нас существует такой проект, и мы вошли в него как проект «Классная оценка». Что это такое? Это проект, который обеспечивает заполнение электронных классных журналов и электронных дневников детских. Поэтому родители могут, не приходя в школу, имея свой пароль, зайти на этот сайт, на сайт школы и посмотреть, какие оценки получил ребенок сегодня, какие оценки он дал, вернее, как дневник, на какие оценки он дал или не дал, но родители все равно могут его контролировать. Также я хочу сказать, что в рамках этого проекта реализуется следующее направление, как электронная школа для одаренных детей. Это дети могут слушать лекции, общаться с преподавателями, будь какого города, то есть в зависимости от темы, которая им интересна. Реализуется проект «Электронная школа для детей с особливыми потребами». Это проект, который, это когда дети не могут выходить из своего дома и когда они не могут учиться в учебном учреждении, они тоже могут благодаря интернету, благодаря этому проекту получать обучение. Конечно же, все это направлено только на повышение качества образования. Действительно, одно из главных направлений Украины, Днепропетровской области – это евроинтеграция. Естественно, мы хотим, чтобы наше образование становилось все лучше и лучше, хотя я считаю, что у нас очень хорошее образование, и уверена, вы убедитесь за три дня в этом. Вот. Ну, я могла бы называть еще много проектов, но я тоже думаю, чтобы сильно много не отнимать времени. Про это мы поговорим с вами потом, когда мы будем в такой неофициальной обстановке разговаривать. Ну, естественно, хотелось бы остановиться на том, что у нас есть, как я говорила, дошкольное учреждение, говорила вам за средние школы. У нас есть великолепные позашкольные учреждения. Это центр детского творчества, в котором вы побываете в субботу, и вы увидите, что кроме
академических знаний, профильных знаний. У детей развивают еще и разные направления художественного курса и все различные. Дальше у нас есть эколого-натуралистический центр, который, как я уже говорила, действует на базе учебно-воспитательного комплекса «ДВСВИТ». У нас есть центр позаклассной работы, который действует на базе учебно-воспитательного комплекса «Перспектива». И также у нас есть детская и юношеская спортивная школа. Кроме того, позашкольную работу обеспечивают кружки, которые действуют на базе всех учебных заведений. И это тоже один из комплексов обеспечения качественным образованием наших детей. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что не было бы таких результатов, а результаты у нас очень высокие. Вы знаете, что можно говорить много, но посмотрев на результат, можно сказать, хорошо это или плохо. У нас до 70-78% выпускников поступают в высшие учебные заведения. Это очень высокий показатель, я хочу сказать. Наш маленький город, по сравнению с городами-миллионниками, которые находятся в Днепропетровской области, занимаем призовые места в областных предметных олимпиадах, занимаем призовые места в всеукраинских конкурсах, фестивалях, и вы тоже это все услышите на протяжении 3 дней. Но я бы хотела сказать, что не было бы таких высоких результатов, если бы не было кадрового потенциала. Как говорим мы, кадры решают все. Да, и у нас, значит, обеспечивают работу всего образования 1268 работников. Из них 665 педагогов. Вот эти люди самоотверженно, возможно, и заработная плата не такая высокая, как у вас, но 24 часа в сутки они педагоги. И будь какой звонок, в 12 ночи, в 6 утра, они идут на помощь детям и, конечно же, поддерживают очень тесную связь с родителями.